Я спросила у медведя. А что ты спрашивала? Я ему ничего не говорю, потому что это дикое животное. Если бы оно было человек, я бы с ним поговорила, потому что у него нет внимания обращаться. Он только может наорать, либо накричать. И это может привлекать, напугать человека. И надо просто уйти из леса, пойти в другое место. Тигра, какие у тебя белые зубы? Я бы спросила у волка, почему он ближе к вечеру воет. Тигр. А почему? Потому что он очень злой, и он рычит. Я бы спросил у волка, а понимает он других волков из другой страны по вою? Это была бы морская свинка, и я бы спросила, а ты можешь меня научить говорить на своем языке? Тигр. А что кто его спросил? Ну как тебе живется? Я бы задала ежику, почему ты такой колючий? Это был бы лев. Как он стал таким сильным и как он стал царем зверев? Пантера или леопард какой-нибудь? Я бы у них спросила, зачем вы обижаете и едите маленьких животных? Вы же большие, вы можете за себя постоять. А они маленькие, они не могут. Зачем вы так делаете? Я бы спросил у орла, как научиться летать. Это слон, наверное. А что бы ты у него спросил? Как у него дела? Как у него здоровье там? Я бы спросила у енота, почему он полосатый. Лев, чтобы он порычал. Наверное, у ежика. Как он так быстро сворачивается в клубок и может катиться. Медведь, я его спросил, почему ты такой злой? Лев, как ты расчесываешь свою шерсть? Тигр. Я бы у него спросила, почему и ты... Иногда то спишь, то просыпаешься.